Привет, друзья! Канал Ранчо у Санчо. И за мной вот сейчас жена ходит, вот уже, наверное, день третий. Покрась яйца, покрась вот эти яйца, Пасха. А я не буду, что? Я не хочу. Да покрашу, покрашу. Итак, друзья, что нам для этого нужно будет? Мы купили вот такие вот краски. Здесь 7 цветов. Чтобы их намешать, мы нальем теплую воду в пиалки по одной столовой ложке. Наливаем. У нас 7 цветов, поэтому будет 7 пиалок. И открываем краски. Это пищевой краситель, можно краситься, ничего страшного в этом нет. И высыпаем красный. Зеленый. Фиолетовый. Не забудьте, кстати, одеть перчатки, потому что это все, хоть и пищевой краситель, но это все красится. Синий. Желтый. Розовый. И оранжевый цвет. Чтобы усилить краски, нальем сюда 9% уксуса тоже по столовой ложке. Лучше будет прокрашиваться яйца. И возьмем ватные палочки и все это размешаем. И оставляем палочки. Здесь мы ими будем. Это, кстати, очень простой и быстрый способ покрасить красивые яйца и подать на стол во время Пасхи. Итак, друзья, яйца мы отварили, они уже готовы. Берем салфетку, берем яйцо и просто заворачиваем его сюда. Завернули. А теперь начинаем красить. Просто вот такими вот движениями. Здесь уже у кого насколько хватит фантазии. Просто промакиваем салфеточку в разных цветах. Завершили и точно так же промокнули и отправляем на 20 минут отдыхать и продолжаем в том же духе.
И все, оставляем 20 минут, ждем и смотрим, что у нас получилось. 20 минут прошло, раскрываем салфетки и поглядим, что у нас получилось. Ой, какая красота получается. Вот такой вот необычный рисунок получается. Продолжим. Вот такая красота, друзья, у нас получилась. Я поздравляю всех с наступающим праздником Светлой Пасхи. До новых встреч. Пока.